Всем привет! В этом коротком видеоуроке с вами разберем, как добавить сайт в Яндекс Вебмастер. У нас есть новый сайт. Вот наш новый сайт. Его необходимо добавить в Яндекс Вебмастер. Для этого переходим в Яндекс Вебмастер. webmaster.yandex.ru. Нажимаем «Перейти». Добавление очень простое. Нажимаем плюсик. Вводим адрес нашего сайта. Нажимаем добавить. Теперь нам необходимо подтвердить сайт, то, что он наш. У нас есть к нему доступ. Для этого нам необходимо создать файл, как здесь описано. Инструкция очень простая. Создать файл с содержимым, вот этим, то есть его копируем. И название файла должно быть Яндекс, нижний подчеркивание, C42, вот этот. Угу. Заходим в программу, любую, это может быть программа для документов, тексты, самая простая на Windows или на Mac. Я же использую программу Coda 2, она для HTML, CSS, написания. Вставляю скопированную информацию. Сохраняю. Копирую название, которое нам требуется. Готово, файл у нас создан. Вот у нас загрузка находится. Далее мы переходим в наш хостинг. В хостинге переходим в корневую папку сайта. Вот все файлы нашего сайта. Закидываем файл, только что созданный. Вот у нас загрузился. Переходим в Яндекс Вебмастер. Нажимаем «Проверить». Код подтверждения сработал. То есть теперь наш сайт добавлен в Яндекс Вебмастер. Здесь вот можем мы выбрать наш сайт и посмотреть о нем информацию. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Пока.